В Якутске обсуждают возможное строительство мусороперерабатывающего завода. На сегодняшний день стоимость постройки такого объекта может доходить до 3-4 миллиардов рублей. По мнению членов комиссии Гордумы, снижению такой высокой стоимости завода помогло бы участие местных предпринимателей, и вместо одного глобального проекта завода лучше было бы разделить на менее крупные, но более эффективные заводы. Те подготовительные работы, которые, скажем так, осуществлены в 2016 году по, скажем, передаче того же земельного участка, по организации единого оператора, по работе с мусором, эти работы все произведены. Якутская городская дума приняла нормативные акты, которые позволят привлечь на территорию города, республики вот такого вот инвестора.